Цель этого мероприятия – рассказать ребятам о том, кто и как охраняет покой граждан. Особое место среди подразделений полиции занимает кинологическая служба. Ее сотрудница Софья Мальцева рассказала ребятам об особенностях работы с четвероногими полицейскими и с помощью одного из подопечных продемонстрировала некоторые навыки мохнатых сотрудников. Вот эту собаку зовут Баядера. Она немецкая овчарка. Поэтому вы особо резкие движения не делаете, она девушка с характером. Нередко именно с этого подразделения начинается знакомство подростков с полицейской службой. Тем более, что в обществе немало стереотипов, касающихся служебных собак. Но оказалось, что здесь главная основа работы – не приказы и дрессура, а любовь и ласка. И кое-кто из ребят, возможно, в будущем уже думает об этой работе. Мне нравится профессия, работать с собаками. Я люблю животных. Ну и сегодняшняя встреча укрепила вас в вашем желании? Да, конечно. Особое место в экскурсии занимает рассказ о защите и специальных средствах, которые используют полицейские в повседневной службе. Название у него модуль S. Класс защиты первый. Таким классом защиты у нас, в принципе, используется наружный наряд ППС, ГИБДД. Также в данном бронежилете мы несем службу по охране общественного порядка. Ребята могли получить исчерпывающие ответы на любые вопросы. Общие принципы взаимодействия всех структурных подразделений полиции, общение с гражданами, поиск преступников. Интересного в работе полиции немало, и люди в погонах всегда открыты к общению. Как правило, дети приходят к нам на экскурсии, мы проводим периодически. Также мы ходим по колледжам, по университетам и рассказываем о службе в полиции. Возможно, кого-то заинтересует эта профессия. И в дальнейшем некоторая часть людей приходит к нам на работу уже. На площадке со специальной техникой и автомобилями относительно немного машин. Многие на службе. Но и те, что есть, позволяют представить весь парк автомобилей, используемых в полиции. Именно здесь и закончилась экскурсия. В Московской области проходит правовой марафон. И мы посещали недавно адвокатскую контору в Московской области. А сегодня у нас экскурсия в нашу полицию. Действительно, некоторые из ребят, пришедших на экскурсию, студенты юридического отделения колледжа Московия. И для них это мероприятие, возможно, первое знакомство с будущей профессией. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.